О, был знак. Остановка. Я остановился, потому что какую красоту я увидел. Сейчас я вам это покажу. Смотрите, какая природа. И море. Представляете? А вон там дождь видно. О, какой воздух. Он секунд стоит, сыт там. Всю картинку испортил. Ты смотри, ребенок даже это купается. Ребенок купается. Ну, а, вон дяденька тоже искупался. Но я вам так скажу. Температурка, ну как сказать, ну так, ну нет мурашек, но 20-20 градусов, народ купается. О, так, ну что мне, я не знаю, может мне реально снимать кому-то это интересно, как мы путешествуем. Только честно, ребят. Давайте, потому что что, я если что буду снимать, ездить, без проблем. Кадр у меня есть, машина есть. Давайте в комментариях напишите, снимать, не снимать такую красоту, потому что сейчас я вам покажу тур по Европе, потом я не знаю, куда хотите меня отправлять, куда я поеду, где я еще не был. Ну реально, очень красиво. Так, ну мы въехали уже в город Рига. Какие первые впечатления? У нас какие первые впечатления? Большой город, да? Большой, да. Относительно большой. Иномарки такие тут тоже серьезные, молодежь на таких понтилах гоняет, да? Трамвайчики, все покажу. Светофоры какие-то дурацкие вообще, по 15 секунд. И дороги, я не знаю. Кривые. Дороги кривые, вон такие трамвайчики у нас в Волгограде, такие ездят. Не, ну сейчас-то модный проехал. Ну вот этот модный, а, ну до этого какой-то, куда ехать, блин? Правее? За теми. Ну дороги, смотрите, просто все прыгают, как на Родео. Мост, первый мост какой-то, не знаю, что за мост, но мост. И вон там какой-то красивый, прям хочется на него посмотреть. Какие-то... Ну так чувствуется сразу такие масштабы, такие масштабы. А вон лайнер какой-то стоит, или что это такое, или это дом? Ни хрена себе, это порт, ребята! Это порт, вы видите? Вон он, корабль стоит. Дань, смотри, какой корабль. Вон, смотри, вон корабль. Да, реально. Вперед смотри, дочка. Он, да, это значит какой-то порт. Это значит порт, однозначно. Раз корабль стоит, это порт. Значит, есть где-то вода. Фига себе, кораблик. Вот это кораблик. Вот на таком я плавал. Только на американском. Я не знаю, этот какой. Дань, ты увидел корабль? Глянь, какой корабль. Большой такой. Ну все, все, дети, скоро приедем. Ножки дышат, Дань? Покажи. Ага, ножки дышат. Хочешь, чтобы папкины подышали? Нет. Правильно, сынок. Бывалый, знает, плавали, знаем. Ладно, все, селимся в гостишку. Так, так, так. Вот такая у нас ванна. Дэнч, пацан, серьезно. Ляль, ну ты что тут сидишь? А ты карточка. Ой, ты карточка. Ты пойдешь с нами? Да. На улицу? Да. Пойдем уже что-нибудь покушаем. Так, ну что, такой номерок. Неплохой, в центре, прям в центре. Хотел сказать Праги, Риги. Сынуль. Ты что хочешь сказать? Что ты хочешь сказать? Ты что хочешь сказать? Что я тебя люблю. А ты меня? А? Человек с синим лицом. Ай, блин, ты что за ногу кусаешь? Дантес. Ну, короче, вот такой наш номерок. Тут будет спать Аня.
Это Анькина уже койка. Даня. А, Даня или Аня? Ну, короче, кто-то из них. Так, это у нас Сиф. Так, сынок, ну хорош. Вот понимаешь, значит, батин запах должен отпугивать. Он тараканов в радиусе километра. А ну-ка, видишь, свое не воняет. О, пословица работает, ребят. Так, все, сынуля, ну хватит. У нас еще есть один тубзик. Вот такой. Ну, короче, нормальное местечко. Все, сынок, все, отвали. Давай, я одеваю это. Ляль, все, пойдем что-нибудь это пожрикаем, дочь. Пойдем? Лети, моя принцесса. Рижаночка ты моя. Давай, жопку. Пупсик, ты-то папу любишь? Да. Сильно? Нет. Не очень сильно? Да. Вот так слегка любишь и все, да? Да. Полюбливаешь вот так, ну, чуть-чуть, да? А если я тебе чупа-чупс куплю, поцелуешь папу? Да. Зеленый. Зеленый? Да. Что ж ты за продажная такая душа? Я два чуп-чупочка. Два хочешь? Да. Ну тогда ты папе песню должна спеть. Я-я-я-я. Диму, я такая сладкая, ты уже такая большая. Я-я-я-я-я. Ой, три чуп-чупочка тебе куплю уже. Ну за такую песню, ну конечно. И воздушный поцелуй папочке сделаешь? Я чумочек. Что? Воздушный поцелуй. А вот тебе срака, батя, бери и целуй. Все, одеваемся. Погнали. Погнали гулять по Риге. Ты не пойдешь с нами никуда. Кто игрушки разбросал? Полина собирала, а ты разбросал. Ну иди пожалей брата своего, Полин, который без слез плачет. Пожалей братика своего. Видишь? А ты не делишься с ней игрушками. И кто ты после этого? Полин, поцелуешь братика? Да. Дети моя слядька. Понял, Дантес? Кто у тебя сеструха? Офигенная чувиха. Доехали мы до Риги. Сил вообще не было, поэтому больше снимать я ничего не стал. Мы просто в радиусе 200 метров вышли чего-нибудь найти поесть. Вот. Ну, и пока шли, я увидел книжный магазин. Ну, конечно же, я туда зашел. Я еще тот ценитель литературы. Вот. Ну, Анька молодец тоже. Сделала вид, что поверила. Говорит, что там? Я говорю, да книжный. Так, ну что. Всем привет, день второй. Мы в Риге. Дети уснули. А мы идем, ищем прачечную. Все в отеле хорошо. Завтрак включен, но вещи постирать, оказывается, платно. Причем всю жизнь помню, что 4 вещи бесплатно. Вот, а так 250-300 рублей одну вещь постирать, а, соответственно, вещей очень много. Там стирки на 10-15 тысяч. Я лучше, думаю, схожу в прачечную. Кстати, лайфхак вам, да, если вы сняли гостиницу, не хотите. Вот. Прачечную ищем идти час. Не знаю. Говорить громко не могу, потому что все понимают русский. Скажут, экономист идет, хренов. О. Скажут, жмот, буржуй. Вот. Ну, короче, чешем. Вот так. Сегодня солнечно, но очень ветрено. Хренов знает. Я не знаю, что здесь зимой происходит. Просто обосратушки, перепрятушки. Но так пронизывает этот ветер балтийский. Дальше будем снимать апартамент. Там хотя бы можно вещи стирать. Чё, когда языка хрен знаешь. Короче, надыбали. Что-то 1 килограмм. А тут написано 14.45 перейду. Что значит 14.45? Хрен его знает, не похоже на самообслуживание. Жесть, я больше часа хожу по городу, ищу где постирать детские вещи. Это нормально? Мне кажется, проще новые купить уже. Короче, экономист хренов. Надо было в гостинице стирать, но в гостинице правда дорого там. Сколько там? 200-250 рублей за вещь? Ну, что? 10-12-15 евро. 10-12-15 евро? Не детские вещи, просто. 10 евро? За 10 евро я воробья в поле загоняю. Джинсы 12 евро.
Джинсы постирать 12 евро. А может это проще узнать, где зоопарк, и там кинуть шмотки енотам-полоскунам? Бесплатно сделают. Ладно, ходим, смотрим. Сейчас это, парень такой переходит по пешеходному переходу. И женщина с сыном такие едут, пристегнутые. И она как-то вот так вот раз, и наезжает ему на колесо на пешеходном переходе. И мнет ему колесо. Он такой, окей, окей. Она такая сидит, как будто ни в чем не бывало. Я вообще не понял. Как будто они все под чем-то. И он такой взял велосипед и пошел. Попытался его сначала так ногой выпрямить. Слушайте, если бы у нас так, не знаю, на велосипед вот так наехали, мне кажется, там бы было просто разбито лобовое стекло, уже бы там окровавленный нос. Тут просто он взял велосипед и пошел на себе со своим этим, она дальше поехала. Ну вот еще одна химчистка, мы уже ее находили. На это ты сдаешь вещи 3 евро за килограмм, 200 рублей за килограмм, но заберешь через 3 дня. А через 3 дня я уже буду где-то в другом месте. Я-то и в грязном похожу, я так, собственно, и делаю. Вот. Трусы как в Москве надел, так и не снимал. О. Зато ни комары не пристают ко мне, не подлетают, ничего. Вот. Семейный человек, сами понимаете. Так, как раньше по невестам бегал, там вообще. О. Интимные стрижки через день делал. А тут уже мне даже на щетки не нужны. Мать гора, раз и все. Ладно, пойдем искать. Зато ушли чуть из центра, и такая уже Прага. Почему я все время называю Прага? Рига. Рига уже вот такая вот, чуть другая. Вот такая. Вот такая, понимаете? Да, кстати. Что я хотел сказать? Очень много красивых девушек. Я даже не думал. То есть я думал, в России самые красивые. Нет, так и есть. Но тут тоже есть красивые люди. Ну, после меня, конечно. Но они реально здесь есть, правда, красивые девчонки, поэтому ставим галочку. В Риге очень красивые девушки. Кстати, я, глядя на них, тоже решил сегодня побриться. Ладно, все, пошли мы. Пошли. Пять километров прошли и наконец мы нашли. Смотрите. Опять мы идем из центра, из старого города. Как будто ближе не было. Просто. Это наш конек, пользование навигатором. А? Да ладно, нету ближе? А. Не, у нас в гостинице есть, но там дорого. А у вас тут сейчас посмотрим. А, ну тоже у вас так недешево, я смотрю. 10 евро. 6. Так, ну что, дети, давайте, труселям бы свои снимайте. Короче, все, мы добрались. Полтора часа шли, и мы нашли. Все, погнали. Погнали, все, заморожку. А не ставьте туда к моему самокату, самокату. Не, ну реально, пройти 5 или 6 километров, полтора часа идти, чтобы постирать вещи. Так, открывай. Что тут купили тебе какое-то? Розе! Какого цвета? Розово! Розово. Давай открой. Давай розово. Мама себе взяла белого. Да. Папа подешевле. Дашь лизнуть папе? Да ты моя такая сладкая. А ты что, печеньку хомячишь? Ладно, пойдемте, жопшники. Вкусно, Ляль? Да. А? Да. Да ты мой сладкий. Ладно, самолет будешь выйти. Что на нас так все смотрят? Почему на нас так все смотрят? На нас просто смотрят, не знаю, со странностью почему-то. Очень странно. А, вот туалет за деньги. А по карте не пописить? А по карте не пописить. 30 центов, короче, стоит пописить. Молодцы, вот коммерсанты, а. Еще им под дверью все сделаю. Все, мы постирались. Черная рука, где?
Что, папчик? Боишься? Мам, пап, я боюсь. А, два собаката у нее. Кого боишься? Черной руки боишься? Как она выглядит? Как она рычит? €4 за двоих проезд в общественном транспорте. 4 евро – 300 рублей. На секундочку. Ехали 4 километра, 5. Блин, ну, может быть, и на такси можно было. Не знаю, почем тут такси. Как его вызывать, ну, тоже хрен я его знаю. Подошел, на остановку сидят женщины. Я говорю, а как нам доехать там, в центр? Пожалуйста, 50-й автобус. Так что вот так. Ставьте свои машины, если вы приехали сюда. Ездите вон они, троллейбусы, на общественном транспорте. Просто подходите и говорите, куда вам надо. Еще вам все подскажут. Вот, тоже говорит, да, что-то таксисты есть официальные, есть неофициальные. Там что-то мутят, обмануть могут. Ну, как и везде. Таксисты, как везде. Все, сейчас идем, закидываем шматье. По бутылочке холодненького пивасы. Потом пойдем куда-нибудь пообедаем. И все-таки я хочу пойти в спа. У нас спа-отель. С бассейном, с хамамчиками, со всякими штучками. На машинах есть, вот поехала Лилит. Лилит, наверное, ее так зовут. То есть, какие-то номера есть. ГГ8365, КГ, хрен поймешь. А есть просто, типа, номер один там. Лилит вот сейчас проехала. JR, January, типа младший. Ну, наверное, какой-то сын общий, я не знаю. Кто знает... Напишите в комментариях под видео. Чуть такое. Чё, реально можно как в Грузии заплатить там 1000 евро и написать Денчик? Интересно, в Москве так можно сделать? Вот, к сожалению, нет. Потому что у нас по-другому все. Поля. Ты где тут? Подруга. Рома. Ты Рома? А это Полина. Полина. А ты Каролина? А это Полина. Смотрите, ее не обижайте, она маленькая совсем. Слышь? А ты как более? Она тоже маленькая сестра. Да? Я 1 годик. А, ну это и 2 годика. А у меня куда? А что у тебя? А ты Рома. Я понял. А мне 5. Тебе 5 уже? А вам 3. А мне? А тебе сколько? У меня 3. Тебе 2. А тебе 3,5? Да. А тебе 2. У меня 5. А тебе 5. Тебе 2. Вот давайте, сколько вам лет, быстро мне и скинулись. По 5 тебе, ты мне 5 евро, ты мне 3,5 евро, а ты мне 2 евро. Шучу, детишки, шучу. Ты хочешь на карусельку? Да. А ты? Нет? А ты? Короче, вызвали такси. 5 евро. Стоять. Стой! 4 километра, ехать 5 евро. Но... Стой! 10 минут назад было 5,40. Пробки рассосались за 5. Выждали момент. Едем. Будете в Риге, если поедете на автобусе, то, если вы вдвоем, да, это будет стоить 4 евро. Если мы проедем на такси... Сколько километров? 4? 4, ну, 5 километров, да? Это будет стоить 5 евро. Ну, на такси за вами приедут, подъедут. Как тебя зовут? Виталий говорит, с недавнего времени ездить на автобусе стало просто невыгодно. Правильно? Поэтому, короче, будете в Риге, вызывайте такси. Виталь, а у меня вот одноклассник мой, да, я в Волгограде учился в школе, там я, собственно, и родился. Вот, он говорил, что в Риге, ну, лет 25 назад он учился в школе, и русским было очень жестко. Их гнобили там, и ему приходилось часто драться. На самом деле получается так, что Латвия, она как бы... Немножко да. Некоторые города не поделены. Есть более латышские города, есть более русские города. Это что, конечно, значит? Ну, это значит, что вот, например, какая-нибудь там город Валмира, да, это более латышско населенный город.
Так. И там, конечно, не особо хорошо относятся как бы к русским. А да? Почему? То есть русскому просто, туда лучше не просто, ну не то, чтобы не соваться, да? То есть как бы можно, нормально все, но... Не, ну например, как подожди, не-не-не, подожди, не особо хорошо это как? То есть, ну, то есть я приехал русский, у меня московские номера или там любые, я не знаю, волгоградские или саратовские. Ну российские номера все нормально, вообще трогать не буду. То есть как бы все тут хорошо. Тут не срывают у вас номера? Нет, не срывают, у нас не срывают. Хорошо, ты сказал, что, ну... Немного, это как? То есть тебе могут не то продать что-то или не обслужить? Просто или могут упираться, максимум, что могут сделать, это ну, говорить по-латышски с тобой и как бы... А, делать вид, что они дурачки, что они не понимают русский, да, что они не понимают русский. А если я скажу окей по-английски? По-английски будут спокойно разговаривать. А, вот жопа шнуки, а? По-английски будут спокойно. Это где такие живут? По-немецки там. Это где такие живут? В основном это маленькие города, которые... Но ты туда не езди, потому что если у меня там подписчики начнут смотреть... Хорошо, Виталика не трогайте, понятно, только приеду съем. А в такой город, как Рига, да, ну, здесь очень много русских, Юрмала тоже, да, очень много русских, очень спокойно ко всем относится. Как бы вообще проблем то есть никаких нет. Русскому сюда можно приезжать и ни хрена ничего не бояться. Очень, очень много москвичей переезжают в Латвию и живут вообще здесь, переезжают совсем. А чем они занимаются? Ну, свой бизнес какой-то. А, открывают? Знаю, то есть, да, подожди, да, и ты хочешь сказать, что и русскому здесь легко открыть бизнес? Ну, не совсем, конечно, легко, но как бы я знаю лично очень много бизнесменов у них и в Юрмале квартиры, и в старом городе квартиры Риги, да. То есть, как бы вообще проблем никаких нет. Так, хорошо, я смотрю, ты без кольца, блин, если ты знаешь таких бизнесменов, да, а дочки у них есть, я не знаю, Виталий? У меня есть жена и дочь. А почему без кольца? Так получилось. Да ладно, отмазываешь, специально, короче, клиентик. Первый день забыл один и попал. Серьезно? Да. Мне уже жена позвонила, отругала, сказала, так что случилось, ты кольцо дома забыл. Первый день. Ой, Виталий, короче, Виталик русский, родился здесь. И сам говорит, латышки ни хрена не знаю, Виталий. Не, ну что значит не знаю? Знаю, знаешь? Но не так, чтобы я там вообще просто идеально его знал. То есть поговорить я могу, но надо думать, переводить. Надо думать, я тебя понял. Поэтому, а когда говорят, когда латыши подтормаживают, они не подтормаживают, они просто думают, ребят. Потому что тут очень много русских, они переводят, да, он там. Если в экономе работать, ну где-то 60-70-80 в Москве тысяч можно срубить бабок. Здесь, вот, на самом деле, сильно не скажу, потому что в такси я вообще совсем недавно, буквально сколько? Пару месяцев, да. Ну, хорошо, за пару месяцев пока, что поднял? Пока экспериментирую. Ну, хорошо, ну сколько денег? Я не могу сказать, потому что я работаю на двух работах. То есть бабки не считаешь, что ли? Ну, приблизительно хотя бы с такси сколько это? Ну, я так не скажу. Ну, хорошо, но 1000 евро, да? Не, ну тысячу можно заработать спокойно. Двушка евро легко поднимается? Ну, я не поднимал. Еще, ну, полторы. Но у меня, я говорю, у меня две работы. А вторая какая? Вторая у меня своя фирма по натяжным потолкам. Натяжные потолки, Виталий, красавец вообще. Ну, короче, сейчас к вам, короче, россияне рванут сюда работать, потому что 130 тысяч в такси в экономии – это бомба. Жена, говорит, отругала, что кольцо не одел. Не надел, блин. Вот каблук, Виталик. Берем поднос. Вот салатик 3 евро. Компотики эти, супы. Борщ какой-то. Солянка. Солянка 2 евро. 50 рублей солянка. Слушай, ну прикольно, он какой-то мясо там, да? Столько всего, я не знаю, я, по-моему, все съел. Какие-то запеканки мясные, смотрите. Картофельно-мясная запеканка, 2,30 евро, 200 рублей. Плов. Сейчас в обморок упаду, по-моему. Картошечка-пюре, господи. Ой, жареная какая картошечка, посмотрите сюда. Ой, на маслице шкварчит, а. Так, Дань, помолчи. Ой, а там блины какие, смотри, с мясом. Я не знаю, я все хочу. Я все хочу. Ой, смотрите, какие блинчики. С начинкой из сыра, с мясной начинкой. Ну, вы посмотрите. Всякие смузи, фигузи. Я думаю, мы в евро 30 на всех должны уместиться, я не знаю. Блин, я себя снимаю, снизу у меня, наверное, третий подбородок, так-то я вообще красавчик. Денис, узнал? Да, конечно. Жулик, блин, на натуре, блин. Только не будешь выкладывать? Обещаю. Точно? Давай. Да. Давай. Со мной только? Конечно. Так как ты узнал? Вот.
вот, сзади киви сейчас пойдем купим. А, по малышам. Пуль, в натуре отвали отсюда. Давай, что-то сюда. Давай. Слышь, ты, Поля, ты что контору палишь? Макарошки, запеканка, блины с один с творогом, с мясом, фрукты, какой-то салатик, картошка с этим, два сока. 17.20. Ляль, тебе немного вот этой такой тарелки? Ладно, давайте есть. Меня узнали в кафе, подошли и сфоткались. Нашли звезду. А. Че? Всем привет! Третий день нахождения нашего нахождения в Риге. В Риге. Сейчас я сам. Когда я работал на телевидении, я из некрасивых людей делал красивых. Тебе задача попроще. Тебе из красивого надо просто оставить меня красивым, не заваливать чуть подбородок. Что вот отсюда еще. Короче, едем в Юрмалу. Что-то опять криво у меня. Но я не вижу. Чтобы я красивый был, чтобы как в жизни был, все, больше не надо, потому что так не влюблялись, там сердца не разбивались. Вот. Едем в... О, смотри, увидишь каблуки, тёлка на каблуках, в этих, как называется? Глянь, это женщина. У нее ноги, как сказать, вместо ног каблуки, как сказать? Вместо обуви, короче, ноги. Фу, блин, короче, вот в каблуках мы едем в Юрмалу. Не знаю, искупаться получится, не получится, наружная температура пишет 20 градусов. Завтра мы уже едем в Вильнюс. После Вильнюса мы едем в Гданьск. Но пока мы едем в Юрмалу. Вечером нас приглашали на шашлыки. Хотят отведать моих фирменных стейков. Платить мне за это отказались. Как бы я хотел, ну, 500 евро я обычно выезжаю. Ну, 1000 с интимом, как бы, вот. Но тут просто без интима семейная пара, поэтому 500. Ну, короче, отказались. Но мы согласились на это и просто пожрем. Тоже поедем, не знаю, Аня поедет, не поедет. Ну, а я даже если поедет, то чтобы рулить. Будет сидеть меня ждать, пока я буду общаться. О, все это, конечно, в интеллигентной форме. Дети. Дети, покажи нам детей наши. Дети. Дети не хотят сниматься, как и долгое время не хотел сниматься их папа. Это, короче, у нас такое родовое проклятие. Мы не хотим сниматься. Короче, сейчас будет очень красивый мост, мы едем в Юрмалу, там у Анны Вески какой-то юбилей, вся тусовка, ну как тусовка, те, кто там, ну... Какой Анны Вески? А как Юрмалу? Это ее... Анна Вески. Какая Вески, блин? Не Варум, вторая, Вайкули, Лайма. А, Лайма Вайкули? Ну есть еще и Анна Вески, какая разница, Лайма Вайкули, а Анна Вески? Мне кажется, все это прибалтийские звезды вот эти вот, ну... как в Москве, как сказать, трафика нет такого, трафика. Ну, как бы все так спокойно, уютно, тихо, размеренно. Вот как-то вот так вот, Рига, вот, чтобы я сказал, что такое Рига. Ну и старый город, там много туристов, закидываются пивасом, там сидят кружки, вот это все. Вечером наверняка какие-то дискотеки, но... Я семейный, пока не поругаюсь с Саней, я, в принципе, не могу ощутить ночную жизнь. Поэтому сейчас едет мой друг, выезжает сегодня из Москвы в ночь. И мы планируем поругаться пару раз за всю поездку. Это где-то в Амстердаме на улице Красных Фонарей один раз обязательно надо поругаться. Надо пожестче, чтобы на сутки, на двое. Так, поехали. Второй раз посмотрим. Казино-то везде есть, надо сходить. Так, там пробка, что ли? Говорит сюда. Короче, ладно, все, хорош болтать. Дэн, едем в Юрмалу. Покажи, какие старые домики. Покажи, что мы вообще видим. Вот она, улица Дзинтари. Чё, Ань, говоришь?
русские. Это русские, сварливые жены, знаете, такие? Через 5-10 лет этот халат, бигуди. Орел, русских сразу видать. Почему, говорит, почему узнают, что мы русские? Потому что мы орем, как эти. Как в Турции вот эти. Бери, бери. Все включено вот тут, когда они хапают. Там аж подмышки эти окорочка кладут, подмышки, чтобы сожрать потом. Понимаете, с целыми тарелками там вот так. Так и тут говорил, могу тарелку. Ну иди отдыхай. Ну что мы, ну на отдых приехали? Ну отдыхайте. Видите, русская речь. Русская речь, русская, 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 русская. Так, ну-ка, Ань. Давайте сделаем семейное фото. Папа на первое место становится. Ань, давай ты куда-нибудь залази. Дети, идите в дырочки, я вас сфоткаю. Поля, Поля, глянь сюда. Ань, ну а ты что, не будешь в дырку залазить? Да я пошутил. Море, сынок! Наконец-то морю! Море! Мама, еще здесь! Еее! Так, что это тут такое? Это что, что? Два носка бабушка положила на сиси и загорает. Два носка. В Сочи я видел камушки кладут. Очень круто! Я даже не ожидал.